Приветствую вас на канале. Что такое Tesla Toolbox 2? В этом видео я расскажу об одном из важнейших инструментов при работе с Tesla. Меня зовут Вячеслав, у меня большой опыт работы с электроникой, компьютерами и роботизированными системами. По сути, Tesla — это и есть компьютер на очень быстрых колесах. Мы полностью обслуживаем электромобили, компьютер, силовую и ходовую часть, работаем с моторами и батареей. Так вот, при работе с Tesla Model S и Model X невозможно обойтись без Tesla Toolbox 2. Интерфейс довольно дружелюбный, есть основные плагины, которые выведены прямо на лицевую панель. Итак, UDS — это чтение ошибок и прямой ввод команды в блоки. Второе — ключи от Tesla. Это позволит вам запрограммировать брелок Tesla для работы с определенным ВИН-кодом, то есть привязать к машине. Модернизация DAS — это необходимо для диагностики, модернизации и калибровки оборудования автопилота 2.0. Тут панели, относящиеся к функциям помощи при вождении, включая камеры и радар, то есть автопилот. Безопасность. Содержит панели, касающиеся именно безопасности автомобиля. Пневматическая подвеска. Все вкладки, которые необходимы для сервиса пневмоподвески, здесь. Тормоз. Процедура для тормозной системы. Диагностика показывает различные предупреждения и другие панели диагностических утилит. Здесь жизненно важные показатели, органы высокого напряжения, то есть все, что связано с высоковольтной батареей, находится здесь. Тепловая система, система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Рулевое управление, все панели, относящиеся к рулевому колесу, в тулбокс. Панели шин, подвески и тормозов. Здесь датчики дверей Falcon. Все плагины находятся в меню. Я сейчас просто пролистаю, чтобы вы могли бегло ознакомиться со всеми пунктами. На наших курсах по диагностике Tesla это один из первых инструментов, о которых мы рассказываем и показываем. В любой момент времени поставьте видео на паузу и прочитайте внимательно. Я постараюсь сделать видео о каждом пункте. Напишите в комментариях прямо сейчас, про что вы хотели бы в первую очередь узнать. Если вам потребуется также помощь с приобретением Tesla Toolbox 2, напишите в WhatsApp или Telegram, телефон оставлю также в описании. Спасибо за внимание. Если понравилось это видео, нажимайте лайк, колокольчик, подписывайтесь на канал. Очень важно, чтобы YouTube понял, что это видео принесло вам пользу. Это будет мотивировать меня делать больше видео.